Плоский куб. А как же много же мы обошли в прошлой серии? Это не беда, пойду-ка я себе лучше еду поищу. Ух, что за хрень упала? Кажись, это бензовоз. Ну, по крайней мере, там есть бензин. Ох, негодяй, он превысил скорость. Надо его поймать. Ух, неплохо бы после этой погони заехать в трактир. Как что там ты у тебя там дела? Да, нормально. Ой, ой, ой!